Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Попросила меня одна наша коллега, списалась со мной по почте, попросила показать ей методику Векслера, диагностику структуры интеллекта нашего производства. Как мы это все делаем, как это у нас все выглядит. Ну, собственно, что я сейчас и сделаю, покажу вам вот эти наши методики. На ваших экранах вы сейчас видите вот такую коробочку. Она из хорошего качественного дерева. Вот так вот это все выглядит. Здесь у нас бренд. Давайте сразу покажу. Вот здесь вот слева такая вот надпись у нас идет. Тест Векслера. Диагностика структуры интеллекта. Сейчас показываю вам взрослый вариант этой методики. Так вот это выглядит. И, соответственно, я сейчас думаю, оператор заснимет. Здесь вот стоит еще передо мной. Мы партиями заказываем, да, то есть изготовляют нам вот эти коробочки. Замечательной мастерской, краснодеревщики. И вот это одна методика Векслера. Ну, давайте ее откроем. Как она выглядит? Это полный комплект нашей методики. Открываю крышечку. Так вот она выглядит. Отложу в сторонку ее. Ну и, соответственно, вот, собственно, сама методика. Первое, что мы с вами видим, это методическое руководство. Я вам уже его показывал. Вот так это выглядит. Тут от А до Я. Все по этому поводу, по поводу теста Векслера расписано. И вот здесь вот это у нас как бы вариант, который мы готовим к отправке нашему контрагенту. Здесь в серединке вложен еще вот такой вот буклет. Тест Векслера, взрослый вариант, инструкции и стимульный материал. Здесь полностью вся методология. Красивый такой вот цвет. Вот методология теста Векслера. И, соответственно, здесь у нас идет инструкции, стимульный материал. Я уже как-то в своем видео показывал, как это выглядит. Это все, в общем-то, заучивается в течение одной недели специалистом. В дальнейшем это ему требуется. Ну, это вот как бы рабочая книга. Она лежит рядом со специалистом. Специально вот он его открывает. И, значит, допустим, субтест номер 6, словарный, предлагает. Он ее использует. Это же, в общем-то, на столе специалиста не обязательно, чтобы лежало. То есть это то, что, в общем-то, он читает, изучает. Заучивает, все это входит в плоть и кровь специалиста. И, соответственно, там через неделю, через две это уже ему не понадобится. Он будет знать теорию на зубок. По крайней мере, в моей практике так произошло лет 15, наверное, назад, когда я впервые столкнулся с этим тестом. Здесь у нас инструкции и стимульный материал, 11 субтестов. Вот в такой вот рабочей тетради. Она должна лежать на столе у специалиста. Далее, что идет у нас в комплекте. Парам-парам. Это у нас субтест «Недостающие детали». Соответственно, здесь вот это поле не показывается испытуемому, а показывается вот это поле и говорится инструкция. Инструкции четко унифицированы, прописаны вот в этой инструкции в стимульном материале. Показывается вот это и, соответственно, выдается тут у нас профиль. Слон, рука и демонстрационное поле человек. Давайте мы это отложим в сторонку. Выполнено на таком плотном картоне, заламинированный. И, соответственно, здесь идет, собственно, исполняющий, так скажем, материал. И не буду его распаковывать. Ну, давайте одну распакую, покажу. Значит, это рука. Вот так вот в сторонку. Это у нас профиль. Ну, вот, сравните. Вырезан это у нас методом лазерной резки профиль. Вот. И, собственно, вот демонстрационное поле. Это профиль. Специалист берет, открывает папочку. Это слон. И, соответственно, человек. Вот так это все выглядит. Это то, что касательно вот этого субтеста. Ну, давайте открою какой-нибудь. Ну, допустим, рука, да? Соответственно, покажу вам, как это выглядит. Качество изготовления на высоте. Такой вот, не знаю, передаст камера, не передаст, плотный картон. Очень плотный, он не играет, ничего. И, соответственно, это субтест, это вернее субтест рука, профиль, слон и так далее. Давайте вот тут вот не очень наглядно это видно. Это вот у нас... То есть поработал специалист, защелкнул на кнопочку, убрал в коробочку. Значит, соответственно, профиль.
Здесь у нас идет уже изображение с картинкой, более сложный вариант выполнения задания. Ну и, соответственно, вот здесь вот у нас тоже такое же качество, то есть достаточно плотный, вот видно, не видно, оператор, не знаю, поймает, фокус не поймает, то есть достаточно плотный такой картон, вот так это выглядит. И, соответственно, специалист поработал, у него испытуемый сложил, он себе отметил те баллы, которые он заработал на этом субтесте, и спокойненько убрал к себе в папочку. И, соответственно, у меня всегда это лежит в ящике стола, когда вот ко мне, ну, вот эти методики, они постоянно в ходу. То есть вот это так выглядит. Они у меня в ящике стола, эти методики лежат. Это вот касательно вот этого субтеста. И далее. Идем дальше. Самое интересное, обратите внимание, здесь вот так очень удобно сделано. Так вот раз, поддеваешь, и достаются, вуаля, кубики КООСа. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Такая очень хорошая коробочка. Раз, и мы с вами видим 9 кубиков КООСа. Человек достает, специалист, поработал с учетом вот этой методички, поработал с этим субтестом, убрал все в коробочку, раз, и аккуратненько сюда ее убрал. Тут даже выемки нам сделали по нашему задачу, но это было давно все запрограммировано. Далее, идет у нас следующий субтест, это субтест установления последовательности событий. Также вот они у нас тут достаются, эти карточки. Тоже тут такая вот удобная выемка сделана в коробочке. Все для вас, все, чтобы вы работали и получали удовольствие от своей работы. Ну вот, собственно, субтест установление последовательности событий. Ну вот так эти карточки выглядят, абсолютно оригинальные. Здесь вот у нас идет гнездо, здесь дом. В общем, все комплекты полные. Это свидание. Это дверь, это рыбалка. В общем, все полностью, вот комплект вот таких вот карточек, размерность 60 на 95. И вот они аккуратненько вот в этой ячеечке лежат. Специалист открыл, взял, поработал. Ну и самое интересное тоже, что у нас тут, это еще два субтеста вот справа здесь вот находятся. Это у нас, соответственно, стимульный материал для кубиков КООСа. И тут же в этом же разделе, их всего 10 этих карточек, кубиков КООСа. Соответственно, здесь у нас недостающие детали. Здесь установление последовательности событий. Здесь у нас недостающие детали, кубики КООСа. Все карточки, по-моему, 20 с чем-то там, да? 20 карточек, 21 карточка, недостающие детали. И 10 карточек кубиков КООСа. Тоже размерность 6 на 9,5 или 60 на 95 миллиметров. И вот так вот мы это все сюда убираем. Собственно, вот это весь материал, стимульный материал, тестовый материал, методический материал касательно теста Векслера. Все очень четко, все досконально, полный комплект, никаких вопросов нет. 4 кубики КООСа, недостающие детали, установление последовательности событий, кубики КООСа и недостающие детали. Собственно, все. Ну, давайте я тогда вот этот комплект сложу. В дальнейшем, я думаю, что я буду еще снимать видео по этому поводу неоднократно, возвращаться к этой методике. Она не тривиальна, она не проста. То есть, в ней есть масса нюансов, масса тонкостей при ее проведении. Значит, по поводу, значит, вариантов, у нас в стране выпускает эту методику еще фирма Иматон достаточно давно. Но не буду хаять, как бы, людей, которые этим занимаются, но в методическом материале Иматона грубых, серьезно грубых ошибок в свое время я насчитал не меньше 10. И это факт. И с этим не поспоришь. В нашем методическом материале, и это факт, нет ошибок даже с запятыми. Ну ладно. Значит, Бог им судья, как говорится. Давайте я вот это все так уберу. И, соответственно, покажу вот эту нашу методику тест диагностики структуры интеллекта Векслера. Буду еще возвращаться еще неоднократно к этой методике, говорить о ее методологии, проведении. Если будет интересно,
Значит, ставьте лайки под этим видео, задавайте под этим же видео вопросы. Отвечу на все, буквально на все вопросы всегда отвечаю. Пишите на электронную почту, поясню и расскажу. Вот здесь вот у нас очередная партия очередному контрагенту. Значит, 5 коробочек. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот мы сейчас отправляем вот эту коробочку, эти 5 коробочек нашему заказчику. Так это вот он получит. Они так будут обернуты еще в транспортировочную пленку. И, соответственно, уедут, доставятся там в течение 5-6 дней, окажутся у нашего заказчика. Мы отправляем по всей России. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!